денег тут так мало? Ты выёбался, я тебе пизды дал. Нони! Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки. Хоть хоть Бугатти, блять, хоть 100-метровая яхта, мне на это насрать, понимаешь? Сколько ты там кого ебешь, каких баб? Там будет чел на Monkey King с шансом 100 тысяч процентов. А если я на сейфе хочу побахать? А, опа! Он сам из сейфа пикнул, алло нахуй. Ну да, это очевидно. Так это Mind Games, все будут пикать сейфа. Да, да, против меня. Не, я говорю, Линос идеально, Лин идеально. Он, кстати, Вокера либо Лину возьмет. Он либо Вокера, либо Лину возьмет. Лину тоже. У меня команда уже. Пока мы тут сидим и скучаем на карантине, на тесте дроп пришла весна, а вместе с ней и абсолютно новая механика — апгрейды. Накидываешь трешовых шмоток, выбираешь скин, что хочешь получить, и в один клик узнаешь, получается ли апгрейд. Достаточно сочно. Также тебя ждет новая линейка кейсов, весенняя уборка с бесплатными открытиями и мультикастами. Выполняй задания и получай за них крутые призы. Переходи по ссылке в описании, юзай мой промокод 25 level и получай плюс 15 к пополнению баланса и бесплатный кейс до 1000 рублей. Тести дроп, весенний апгрейд твоих скинов. Блять, что за... Вот мы на таких лоу-ПТСах сейчас играем. Это вообще шок. Ну, пока все нормально, но я крипов не добил парочку. Я не понял, это снайпер четвертый или что? Не, что с этими челами, они идиоты. Как только выходит патч, где, сука, клонов убирают меня третьим, все, просто все, как поголовно, начинают фидить до того, как я вообще апну этого клона. Что с вами? Почему люди не ставят, блядь, эту кнопку? Ну, она неудобная. Что? Ну, типа, я привык с супер давних времен. Не сбивать ТП? Да. Ну, по-моему, на него наоборот. Ну, я лево... Ой, а это пугна. Это не лево. Ладно, я подойду. Ты веришь, что мы заберем Роши? Я нет. Даже не в этом дело. У нас Монки Кинга нет. У нас нет МК. Тебе надо иллюзии сделать и отправить его туда наверх. Потому что... Иллюзии чего? Ладно, нет. Полная хуйня. Любого себя, любого героя просто на вижн. Да, блядь. Раз бы ударил. Не надо его грабить, он умрет. Ой-ой-ой-ой-ой. Парни, мы можем подраться? У нас Еги сейчас кончится реально. Граут сделать сейчас. А, не сделать. Могу бы запишуть. Да-да-да, нормально-нормально. Они все, они хуево делают очень. Если ты не дашь ему уйти, у тебя есть что-нибудь, чтобы не дать ему уйти? Я впервые ждал вас. Должна работать, спасибо. Как рубит плесос. Ты считаешь, что не берем бабу плесос? Ракету кинул. Да, 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 да. Наконец-то. Она летит, летит на базу. Да, она летит на базу, пускай летит. Это еще хуйня. Пускай иллюзию заведу.
Не знаю, так. Ладно, вы их не отпустите? Я не знаю, тут писем-то полнейшее происходит. Они глиф нажали, не дайте им, короче, уйти, не дайте им идти, просто не дайте им идти, вот там чел тэпается. Я ошибся очень сильно. Нечем, ну, сказать, что... Ладно, я надеюсь, что мраша хотя бы стоит, и его сейчас не убивает соло-снайпер какой-нибудь. Отправь так, чтобы, короче, вижн просто давали, и типа все думали, что вот, мифарь там, типа, ну, какой-то... Даггер, Аксус, бей, Даггер, сбей Аксус. Больше. Значит, рейндж больше. Если меня, кстати, убьют, это GG. Да, да, друг. Конечно. Не убьют, да. Бэйбэкнись. Почему вообще... Почему вы бэйбэки-то не жмете? Алло. Я бэйбэки получил. Не-не. Же не быстро ты этого. Не дайте ему идти просто. Влетает снайпер. Неужели они все выживут? На, гага. Нет, этого челика на хрен. Блять, если бы ты чуть позже это сделал, я бы тебя захексил, друг. Играл бы ты в команде, Гром, все было бы отлично. Что я говорил, парни? Я бы этих... Это пока, да. А, я понял, вот. Они полные шпани делают. Конфес? Да, Лиш, все сюда, долбоёбы. Сыграй, пожалуйста. У вас Лиш тут. Не РП, слышишь? Миш. Угу. Давай. Это, короче, есть микроошибка в том, что ты... Ох, я пешком бегу. Я не знал, что здесь не играю. Я пришел к концу, уже не знаю, что... Хотя, стоп. Все, байбэк нажал. Миш, куяримся? Да. Давай. Я понял, не снимаю. Он мне этот... Трагер летит. Я ничего тут уже не хотел. Госта был нажать. Я боялся, что меня Лич убьет этим. Он убьет, да. Да, он меня убьет с притяжкой или первым, я поэтому не нажал. Слушай, я сейчас с Лехой. Ну, видимо, у него дисконнектнуло. Я не понял только, куда Леха не издал, не от того звука вышел. Ну, он, видимо, вылетел в интернет. Ничего страшного, просто забинди его на какую-нибудь кнопку. В смысле, так мне вообще лучше, когда у него интернет вылетел, хоть я пару буду давать. Я бы сейчас отжал. Так я так и сделаю, нахуй. Ты уверен? Только забинди. Да, я уверен. И арканы дают, нихуя себе импак. Я ему сейчас так и не буду. Это Лёха вернулся или что? Блять, Лёх, не заходи нахуй. Ладно, ждём тогда его, блин. Хелп мне нужен. Лёха, а ты РП не мог дать? Ты ж видел, что он там дает. Всё хорошо. Хуя нехорошо. Думаешь, тебя будет? Нормально. Ну вы меня убили, нахуй. Я... Вообще-то файт.
Я идеально сыграл. Я нажал блюр в момент восстана. А есть как-то его продлить? Там шикер по 4 штуки. Да, только. Ой-ой-ой, а я не хочу подходить на самом деле. Давай посудим, я сбил. Я знаю. Не дожди, хорошо. Опс, молодец. Мне надо вижен игру, да, давай. Мне просто вижен, я из блюра сейчас так как ебану, ты охуешь. Я под ДДС. У меня СФ на топе, короче. Сейчас, погоди, я не могу, я только вот. Успею просто. Как я могу. Мужики? Все, это он сразу. Я почему-то подумал, что это Джаггер, я решил пройти. Да, вижу. Нахуй вышел за этой игры. Этого зазерил. Он не уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет. Уйдет, ладно. ГГ, он пишет ГГ, потому что там байбеков нет, понимаешь? Я за ним. Где есть это, блин, неловко. Улетел. Лёха, пауэр на ребаху. Лёха, прямо сейчас иди ребаху мне пауэр. Я не могу туда влететь, потому что там этот чел катается. Лёха, надо еще раз, потому что меня сняли его его. Ну я встану с вами. Ты его добил этим дротиком, алло. Хорошо. Что-то прям сильно.